На участие в сельскохозяйственной выставке «Агроомск» заявились 250 специалистов в научной сфере и производителей техники, запчастей, ветеринарных препаратов и специальных химикатов. Об этом сообщили в профильном областном министерстве. Также свою продукцию в парке на Королёва представят фермеры и предприниматели. Отметим, в этом году главной темой «Агроомска» станет импортозамещение. Гостям, в числе прочего, расскажут и покажут, как обеспечивается продовольственная безопасность области и страны. Ожидаются визиты на выставку делегаций из российских регионов и ближнего зарубежья. Откроется площадка 24 июля. В течение 2 дней она будет работать только для специалистов агропромышленного комплекса, а с 26 по 30 число посетить ее смогут все желающие.